Более 2 лет проходят подобные встречи жителей с руководством ВРКБ. Главная их ценность в том, что люди получают самую актуальную информацию, как говорится, из первых рук. Данная площадка как раз создана для того, чтобы мы максимально информировали граждан о нововведениях в наших подразделениях, о том, где проводятся какие ремонты, в каких пилотных проектах мы участвуем, какие пилотные проекты мы реализовываем самостоятельно. Одна из хороших новостей, которая была озвучена на сегодняшней встрече, касается переезда Видновской стоматологической поликлиники в новое помещение. Город Видная, улица Строительная, дом 14, там будет то здание, которое нам передали. Это бывший центр занятости. Площадь здания 1150 квадратных метров. Там будет много всего нового, интересного, операционного, микроскоп и так далее, и так далее. Это все в будущем. Именно на таких встречах озвучиваются реальные проблемы, возникающие у людей, и находятся способы их разрешения. Много решается здесь вопросов. По нашей просьбе главным врачом было принято решение. Были открыты во взрослой поликлинике 2 кабинета, 203 и 204, которые были предназначены в основном, значит, специально для ветеранского движения. Еще одна важная функция подобных встреч – просветительская. Благодаря активному продвижению массовой диспансеризации в Ленинском округе улучшается ряд показателей. У нас основной метод диагностики – это флюорография. Желательно, чтобы каждый проходил 1 раз в год флюорографию. На территории Ленинского городского округа туберкулез как бы уменьшается с каждым годом. По сравнению с прошлым годом у нас на 10 человек меньше заболеваемость, смертности от туберкулеза не было. Ну, в целом, как бы показатели хорошие. Общественник Василий Яковлевич Сафронов пришел с вопросом об открытии в поселке Петровское фельдшерско-акушерского пункта. По его мнению, такое заведение крайне необходимо. Вопрос уже задаю не впервой, и поэтому, значит, я считаю, что подвижки какие-то есть. И считаю, что скоро должен ФАП открыться у нас все-таки. Напишем обращение, соберем подписи хотя бы старших домов. И я думаю, что вопрос этот сдвинется с места. Приходят люди не только с проблемами, но и со словами благодарности. Месяц назад в ЖК «Зеленая аллея» открылась поликлиника. По мнению местных жителей, качество ее работы выше всяких похвал. Я несколько раз посещала поликлинику на «Зеленых аллеях». Я очень довольна. Во-первых, это рядом. Что называется, в шаговой доступности. И коллектив мне очень понравился. От гардеробщика до заведующего поликлиникой. Просто, так, знаете, такие приветливые, внимательные. Таким образом, повестку подобных встреч, по сути, формируют сами граждане. А медицинские работники готовы ответить на любые вопросы, касающиеся системы здравоохранения в Ленинском округе. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.